Всем привет, с вами Диджей Бун, или же Orange Cat. Уже спустя 2 года я наконец-то могу ремейкнуть трек Дематродущего. Поймите, я играю в Roblox. 21-го, где-то 21 июля я выпустил этот трек. Там только был голос бота и просто вырезанные голосы из видео Дематродущего про быструю битву. Это был первый сериал его. Это просто фигня полная была, без ударных партий, просто тупо музыка играла. Я делал музыку из ВДФ, и типа, это была полная хрень. И теперь я ее могу ее записать. Конечно, мы там и клип сделали, такой нормальный. Но сейчас я только делаю инструментал, бывает голос записывает так же. Вот хочу вернуться, ты же раз первый, реально. Я наконец-то хочу вернуться туда. Ладно, начинаем ремейкать все 2 альбома тупорылых моих 2021 года. Это я взял идею Моргенштерна, когда он делал миллион долларов бизнеса и хэппинес. Типа 2 альбома вместе. Кстати, был в апреле и в мае выпущен. Я такой тоже сделал. В августе это прикол был. В июле, да. Ладно, начнем. Привет, ты пришел опять ко мне пришел. На мне крутые очки, я сижу и кручу камеры, да это тупан, я кручу. Привет, ты пришел опять ко мне. Привет, ты пришел опять ко мне. Посмотри, у Диматроныча есть зеленый амулус. Йо-йо. Вот это ключевое. Это подозрительно. Йо-йо. Это уже подозрительно. Йо-йо. Йо-йо. Я играю каждый день в Roblox, я хожу на ленты, получаю вещи, или строю карты, а потом снимаю вид на прохождение Roblox, чуть-чуть, я играю в Roblox, таких разных играх, и не верю там в глаз. Я играю каждый день в Roblox, я хожу на ленты, получаю вещи, или строю карты, а потом снимаю вид на прохождение Roblox, чуть-чуть, я играю в Roblox, таких разных играх, и не верю там в глаз. Я детектив.